После дней простоя в пропускном пункте несколько российских грузовиков с гуманитарной помощью тронулись по направлению к украинской границе вечером в среду. Из российского пункта пропуска Донецк белые КАМАЗы отправились на подконтрольный сепаратистам украинский КПП из Варина. С пятницы пограничники оформляли груз в России под наблюдением представителей ОБСЕ и Международного комитета Красного Креста. Груз почти неделю не пропускали на территорию Украины, так как Запад и Киев опасались российской интервенции под прикрытием гуманитарной миссии. Москва отвергала эти подозрения как абсурдные. Представители Красного Креста в среду проверили дорогу до Луганска на безопасность. По ней планируется отправить колонну под эгидой организации, сопровождать ее будут автомобили с соответствующей символикой. Однако сперва более 260 машин предстоит проверить украинским пограничникам. Гуманитарный конвой доставит в осажденный Луганск питьевую воду, детское питание, спальные мешки, крупы и предметы первой необходимости. Там ключи, там сахар.